сказать очень много доброго для спасения души. Вы можете не ругаться? Окей. Ну и теперь я буду спрашивать вас. У вас в доме вот такая книга есть? Да. А куда вы делись-то? Вас не видно. А? Вас не видно, вы куда-то скрылись. Покажитесь повыше там, поднимите себя. Повыше. Нет, вас не видно. Шкафы видать, а вас не видно. Ну что такое? Потихонечку поднимите так, чтобы нормально было видно. А зачем? Ну я что вам плохое что-то сделал? Что вы спрятались с собой? Зачем только кричали? Вот так, спокойно. Я вам рассказываю, вы берегите себя. Когда в школу ходите, в чужие дома не заходите к товарищам. В чужую машину не садитесь, детей везде воруют. И пойдете, когда из дома, обязательно 3 поклона положите. И скажите родителям, благословите нас, как вы зовете, мама, тятя, папа. Благословите, чтобы Господь вас сохранил. Вы в церковь-то ходите иногда хотя? Конечно. Но слава тебе, Господи. А церковь далеко от вас? Ну, мы сейчас в другом городе. Мы всегда в разных городах крестимся. А, вон как. А мы Алтайский край, город Барнаул. А мы сейчас в Комсомольске. Вон как. А Комсомольск на Амуре? Да. Я был там, когда служил в армии. Да. Ну, ты в армии-то что, сидишь там в казарме, там делаешь, не очень все знаешь где-то. Далековато. Вы не знаете, где МЧС там гостиница есть? Не понял, повтори-ка. МЧС, там есть еще гостиница рядом. Ну, может быть. Да. Может быть. Опять ушли, вас не видно там как-то. Сделайте так, чтобы... Я был начальником детского лагеря 45 лет, поэтому ребятишек мы приглашали, приезжали. Мы у нас православную деревню строим, где все верующие. У нас ребятишки до 6 раз в день купались в озере. Свои лошади на лошадях, чтобы умели ездить на лодках. И каждый день читали Евангелие. Утром рано. Встаем всегда в 5 часов утра. Таких лагерей больше нигде не встретишь. А сколько сейчас времени? У нас сейчас я скажу, минуточку, 5 часов 48 минут, сейчас по телефону узнаю поточнее, 5 часов 49 минут утра. Это утра? Да, утра. А у нас в Комсомольске 8:46. Да, а я знаю, это часовые пояса, как. Ну, где сами из Благовещенска? Я что-то не расслышал. Еще раз повтори-ка. Мы приехали на соревнования в Благовещенск. Скоро домой поедем. Это я знаю. Если человек спортом занимается, это неплохо. Но не для большого спорта, а для здоровья. Вольной борьбой занимаюсь. А когда бегут, там буквально язык вываливается, а потом сердце болит. Вот у нас дети были, мы детей учили, чтобы они разбирались в природе. Вот листики я брошу, по листикам определить дерево, узнать, для чего оно годно. У нас дети очень много знают. Вы знаете, кто телефон изобрел мобильный? Нет, если честно. Мартин Купер. А интернет кто изобрел? Мы такое не знаем. Ну вот, а у меня ребятишки все знали. Тим Бернерс-Ли. Тимофей, по-нашему сказать. И мы за этого Мартина, кто изобрел телефон, и за Тимофея молимся каждый день. Такое они изобрели. Вы можете зайти на наш большой у нас видеоканал. Называется «Во свете Библии». Такое... В Ютубе? «Во свете Библии». В Ютубе? Да. Такого канала вам не найти. У нас 15 150 роликов. Как еще раз? Во свете Библии. Во свете. Свет, который светит. Во свете Библии. Библии. Два слова. Потом Игнатий Лапкин. Обязательно. А то там другие названия. Это я, Игнатий Лапкин. И вот если откроешь, скажи, сколько там подписчиков? Сейчас, подождите. Пиши. Ничего, давай. Я не тороплю. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Сейчас, раз, давай пиши во свете Библии. В Ютубе сразу пиши, я пишу. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Да. Нашли?
Сейчас. А если я вам, если у вас будут вопросы, вы по скайпу меня найдете. С этой фамилией и именем я один на весь интернет. А как нам найти это делать? А по скайпу? По скайпу, скайп. А вот, и по скайпу вот мы можем... Написано, введите сообщение. Загрузили. Нет, у меня тут пристроено так, я не могу сейчас разобрать. Мне надо разбирать, у меня тогда исчезнет с экраном все. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Если по скайпу зайдете, я вам скину все наши ресурсы. У нас сайт огромный, огромный сайт. Там государственные фильмы, а Библия насчитана... Хотя бы запиши куда-нибудь. Во свете Библии Игнатий Лапкин, зарядите. Ага. А когда, если что, вас найти? Как-то? Когда что? Ну, чтобы вас найти по скайпу. Этому. По скайпу Игнатий Лапкин, заряди и все. Я сразу... А скайп это вот это вот, что-то рулетка? Ну, это разговаривает, это не рулетка, это в частном порядке, как можно разговаривать, можно создать чат такой, отдельная группа людей, допустим, мы вот занимаемся Библией, изучаем. И утром все собираемся и молимся, а люди там с разных стран. Сайт называется, 3-4 буквы, сайт. Юра, ага. Юра, дай телефон, я запишу. Да, запишу. Да, ну так что, открыли, нет? Ютубе канал наш. А сейчас не грузит что-то интернет наш. А, ну-ка посмотрите. Ну-ка давай-ка. Нахуй мы сейчас интернет передажут. Что-то завысенится. У нас сейчас утром богослужение, мы идем в церковь. Ну что, не загрузилось? Сейчас. Вы там найдете все, как у нас в лагере, как мы деревню православную строим. Как миссионерские поездки были. Вот пройдет время, и вы зайдете на наш YouTube-канал, и вы увидите, как мы с вами разговаривали. А в Play Market можно скачать чат? Ой, скайп. Скайп? Скайп Игнатий Лапкин. Туда только заряди и все. Два слова. Угу. Вы меня сразу найдете. Повторяю, что если Кузнецовых, то там 3 миллиона, а Игнатий Лапкин один. И мы сразу будем разговаривать? Да, будем разговаривать. Вот как сейчас разговариваем, вот точно так же. Но только одни. И там не так, что ушел там или выключил. Нет, а мы разговариваем до времени, прощаемся. Ну, как будто бы мы друг другу в гости пришли домой. А-а-а. По скайпу беседовать очень удобно. Большие беседы. Люди позвонят тебе, их ты им ответил, а он зашел. И тогда беседуем, открываем книги там, что рассказываем, пишем. А тут все мелькает, тут нехорошее место, чат-рулетка, тут всякая пакость. Ну, да. Тут такое бывает, видео попадает. А, у вас, наверное, телефон, да? Да. Ну, вы на бумаге запишите. Во свете Библии Игнатий Лапкин. А у нас все... Вам тогда раз не идет, то не идет, тогда все, будем прощаться. Не, подождите сейчас. Юра, какой пароль? Мы просто на другом телефоне запишем. Давайте. Так. Сейчас. Я просто тебе напишу. Сейчас сразу в Ютубе. Так, говорите, помедленнее только. Во, две буквы В. Владимир, Ольга. Во, свете. Свете. Библии. Библии. А Игнатий Библии. Лапкин. Игнатий Лапкин. Обязательно добавить. Игнатий. Лапкин. Лапкин. Ну, слово лапа уменьшительное. Лапка. Лапкин. Игнатий. Игнатий. Лапкин. Сейчас. Так. Ну, еще получается? Сейчас. Ну, давайте мы потом по скайпу позвоним. Давайте. Когда будет возможность, я потом скажу, какой. К нам можно звонить с 4 часов по Москве до 4 днем. А с 4 до 4 в это время. Сейчас, подождите, а у тебя что, интернет есть?
Вы, ребята, а? Там, где бываете на соревнованиях, никогда не учитесь плохие слова говорить. Потом не отвыкнуть от этого. Нигде не курите, ничего. Берегите себя для Бога. Потому что мы Богу принадлежим. Он хозяин, нас сотворил. Наше тело называется храмом. И храм разрушать, Бог говорит, покарает того. Берегите себя. Даже кто-то тебя победит, там не так ты прыгнул, никакого значения этого нет. Это все приходящее. Ни на кого не злись. Слушайся родителей, считай Евангелие, молись каждый день. Пошел к дверям, а бывает за дверями тебя там ждет беда. А ты подходишь к двери, перекрестись и скажи, отрекаюсь от сатаны и всех дел его, всех ангелов его. Перекрести впереди себя, иди, тебе ничего не будет. Тебя ни машина не задавит, никто тебя не тронет. Понял меня? Угу. Я старше вас. Ты думаешь, сколько мне лет? Много. Ну, много сколько? 85, 4. Да, 80. А. Я самый старый блогер здесь, в чат-рулетке. А. Если вы на наш YouTube, ладно, смотрите, да, на YouTube зайдете, вы увидите нашу беседу, она вся записана. Вы себя увидите. Вам понятно? Да. Ну, с Богом, до свидания. До свидания. Господь нас сотворил для Царства Небесного, а не для дьявола. Когда мы знаем волю Божию, что Он хочет спасти нас, наше отношение к Богу трепетное, со страхом, как бы не оскорбить Бога. А человек неверующий, он ничего этого не знает. Поел, пошел, ну, каждый день одно и то же. Жизнь-то какая скучная. А вы помните, самые великие люди все верили в Бога. В Бога. Пушкин верил, умер по-христиански, хотя и стрелялся. Некрасов, там, Достоевский. Они верили в Бога, молились, многое сотворить сумели, полезного. А без Бога только можно изобрести атомную бомбу, больше ничего. Но если вопросов никаких нет, вы на наш ресурс зайдите. У нас называется «Во свете Библии» видеоканал. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. А там можно выйти по скайпу, если пожелаете. Прямо Игнатий Лапкин. Я один там с этой фамилией. Приготовь вопросы. У нас большой есть сайт, форум. Вот даже на нашем Ютубе там 15 150 роликов. Это огромный-огромный. Такого даже я не знаю в интернете, есть или нет. И там все. Наши миссионерские поездки, как деревню строим православную, как я начальник детского лагеря 45 лет был. Мы показываем людям, как надо правильно делать. Это все снято. О детском лагере 470 роликов только. Если у вас вопросы-то будут, вы их заранее запишите. Вот на наш канал, если зайдете, вы увидите, как мы с вами разговаривали здесь. Тебе сколько лет-то? Христос воскрес. У вас далеко микрофон, ничего не слышно. Почему не слышно-то вас? А, вот стучит слышно, стучит слышно, а разговора нету. Я вас слышу. Ну, у меня рядом микрофон, это... Рядом у меня микрофон. А, у вас микрофон хороший, да? Да, у меня стационар, монитор большой, мне удобно разговаривать, хорошие программисты, братья. Мы православные христиане. Верим в Бога, проповедуем, потому что рулетка здесь – это помойка. Блуд всякий творят, открыто. И мы спрашиваем, такая книга у вас есть? Есть, есть. Согласно Слову Божию, кто творит разврат, он будет мучиться в огне вечном с сатаной. Надо, чтобы люди в Бога верили. Да, Христос умер за нас. Почему вас плохо так слышно? Это прямо обидно. Подождите, что-то чакает все время вот так вот. Два раза чак-чак.
А ну-ка, один раз освещакните, попробуйте говорить. И все время разговаривайте. Не слышно. Не слышно. Посмотрите, что там такое. Ну, я пока вам скажу. У нас большой ресурс здесь в Ютубе. Канал называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Там огромный-огромный материал у нас. 15 150 роликов. Какой город? Мы находимся город Барнаул, Алтайский край. Барнаул, Алтайский край. Знаете такое? Это называется «Житница Сибири». Сибири. Да. Чтобы люди, мы им говорим, чтобы они верили, что Иисус умер за наши грехи и ждет покаяния, жизни во Христе, по заповедям Его. Он говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди, не другие какие-то, кто напишет. Знаешь, там, короче, веру, да. Вам, вы по-русски все понимаете? Понимаю, понимаю. Вот так. Азербайджанец. Азербайджанец. О, мы в Баку были, в доме у мулы ночевали. Да. У мулы ночевали, очень грамотные люди. Ходили в мечеть, молились. А там где-то Каспийск или какой город, там заходишь, у меня 38 книг вышло, и я их повез дарить библиотеке мира. И там стрелка, комната для намаза. Мы директору ему сказали, он говорит, да разговоров нет. Он позвонил, открыли, мы разулись, зашли и помолились. Просили мира Азербайджану, Дагестану. Как у нас красиво, Баку? Баку красиво. Ну, прямо плохо слышно так это. Что ж такое-то? Алло? Нет, не слышно. Все равно чуть-чуть слышно так. Жалко, что так это не получается-то. Да, я хочу. Я ни одного слова не понимаю. Знаете что? Вы, если хотите побеседовать, в скайпе Игнатий Лапкин зарядите. И Игнатий Лапкин. И в скайпе мы побеседуем. В скайпе запишите. Игнатий Лапкин. Чё ж так не слышно-то? У вас плохо. Ну ладно, раз не получилось. Мне жалко, конечно. Вам сколько лет? 54. А мне сколько, знаете? 80. 80. У меня 54. Вот сейчас слышно. Вот. 54. Ага, понял я. У нас храм есть. Брат у меня священник. Мы сейчас пойдем в храм молиться. А вот так? Вот. Мы в Азербайджане были, а у меня там жена мулы, очень близко знакомая, звать ее Самира. Самира Тагиева. Ох, и хорошая женщина. На четырех языках разговаривает. Когда были, я им показал, говорю, это такая книга ваша? Я говорю, вот она может читать вот это, что написано. У нас Иисус умер за грехи людей. Кровью своей омыл нас, и мы, веруя в Него, имеем жизнь вечную. Это нас, нам говорит это Святая Библия. Вот она. Это сад, тоже Коран. Да. Это книга любви Божией к людям. Ее писали 1600 лет, примерно 40 человек. Движимый Духом Святым. Там ни одна строчка не изменена. Ну что, будем прощаться, давайте. С Богом. Заходите, Игнатий Лапкин, запомните.